Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь Павел Уханов. Я профессиональный музыкант, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных и официальный представитель фабрики Тульская гармония. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать, ну и разумеется, сыграть на этой чудненькой гармошечке, которая продается. Это модель наша люксовая заказная. Так и называется гармоника заказная. Это традиционная гармонь в люкс-комплектации. Здесь сразу все сделано по уму. Вам не надо ни за что доплачивать. Здесь популярная тональность. Но обо всем поподробнее. Все-таки технические характеристики, скажем так, для новичков, которые, быть может, еще мало моих видеообзоров смотрели, я должен повторить. Что такое модель заказная? Это четырехголосный инструмент с голосами ручной наклепки. Она бывает кусковая, бывает цельнопланочная. Кусковая дешевле, цельнопланка дороже. Это гармонь с кусковой планкой. Гармонь очень яркая по звуку. Вы скоро в этом убедитесь. Я сыграю на этой гармошечке вам. Немецкие залоги внутри стоят, которые отвечают как раз за розлив, за качество звучания. Деревянные резонаторы. Правая рука четырехголосная, левая шестиголосная. Такой мощный, насыщенный бас. Инкрустация, как вы видите, из натуральной ракушки. Очень сложный здесь рисунок, один из самых красивых у нас. Итальянские кнопки, правые без шурупчика по центру, левые увеличенные 9,5 мм. Отдушник, регулировка левого ремня, кстати, металлическим колесиком, никогда не сломается. Итальянский лидерин. Серебряный, верхеровые уголки, увеличенный мех 21 барина. В комплекте идут кожаные широкие ремни. Это у меня проверочный один ремешок. В комплекте их два. Расширенный диапазон 27 кнопок. То есть играть можете абсолютно любые песни. Тональность одна из самых-самых популярных. Ре диез, или если правильно говорить, ми бемоль мажор. А вот теперь пришла очередь послушать эту гармошку. Гармошка, здесь хорошая настройка, настраивал мастер Чусов Юрий Павлович, это наш самый опытный настройщик. И сыграю вам одну из самых популярных песен, саккомпанирую, а вы спойте вместе со мной, чтобы проверить, как эта гармошечка подходит вам под голос. Песня называется «Катюша». Сначала проигрыш, а потом забиваем вместе. Если вам этот инструмент понравился, то вы можете его приобрести. Он находится в свободной продаже. Я специально сделал его на реализацию, потому что многие хотят приобрести гармонику заказную в популярной тональности Ре диез, в таком, кстати, очень необычном новом цвете фиолетовом, и не хотят ждать полгода, потому что такие гармошки делаются на заказ примерно вот такой внушительный срок, даже с кусковой планкой. А цельнопланочные вообще год-полтора и больше. Популярная тональность, приятное оформление, приятно играть, приятно смотреть.
не гармошка, а просто мечта для многих, но мечты сбываются, поэтому, если вы хотите заполучить такой инструмент, звоните мне, Павлу Ханову, по телефону, который вы видите на экране, или пишите через интернет на мою электронную почту или в социальной сети. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, везде я есть, найдете просто. Просто наберите Павел Уханов. Не забывайте подписываться на мой канал, смотрите, у меня очень много интересных видео. И не только видеообзоры, но и концертные выступления мои, других гармонистов, а также видеообзоры современной техники, например, MIDI-системы, микрофонные системы или радиосистемы для гармонии, баяна, аккордеона. До свидания.